Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны в нем. Мы его прочитаем внимательно и попрем, как всегда, напролом. Змей Горынычу не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушке хватит, ручаемся на 500 шамаханских цариц.